Доброго всем дня. Я тут немного запропал в последнее время. Ну, приболел, честно говоря. Думал, простуда мощная. Лечился неделю впустую. Оказалось, не простуда совсем, а аллергия. Причем аллергия на пыль. А самое родное, что у меня есть. Это пыль производственная, металлическая, древесная, там... пластики, ну все прочее. Оказалось, надо было просто таблеточки попить от аллергии. Вот. Выход из этой ситуации всего два. То есть это или остаться тут, продолжать свою работу и страдать аллергией, которой у меня сроду не было. Ну, когда-никогда это должно было случиться, спустя, пускай, столько лет, несколько десятков. И, в общем, или второй вариант, менять свое занятие на что-то другое, не пыльное. Но меня ничего другое не интересует, поэтому буду продолжать. Вот. Короче, чем я сейчас занимаюсь? А занимаюсь я сейчас... Первый день, получается, у меня, нет, первых полтора даже дня, потому что я тут доделывал вырезку сначала, ну, силы почувствовал себе уже, как бы, и вырезал по контуру 4 модели бритв из разных моносталей углеройстых. Сейчас мне показать тут нечего, потому что они в печи, на отпуске, делаю их помягче. Чтобы хотя бы даже сверлились как минимум. Вот. И вот в ближайшее время займусь вырезкой тех же 4 моделей из дамасской стали. Модельки, в принципе, из новых. Одна не новая, то есть, вернее, 2 новых, 2 уже из тех, что было. То есть там с легкими поправками. Дальше. Давайте так скажу. Было решено, то есть я тут пока валялся, никакой, было время подумать. Я все размышлял, что делать. Все вокруг молчат. По спросу не определить, что нужно кому, что не нужно. Поэтому, как говорится, пораскинув мозгами, я пришел к такому выводу, что нужно производить бритвы в меньшем количестве. То есть не вот как я там сделал 5, там 15, ага, лежит. Может, даже одну забрали из них, 14 осталось. Я еще 5, еще 15 осталось. Вот. В итоге у меня просто копится склад тупо. Я что тут подумал? Буду делать, допустим, 5 бритв изготавливаю. Но каждый будет с какой-то особенной изюминкой, с какими-то там допами. И будет меньше. То есть какие допы у меня в ближайшее время, то есть с первой мысли. Это вот я сделал шаблоны из груши. Шаблоны нужны только для размера. Сейчас обратился я к людям, которые умеют рисовать в электронном виде рисунки. Обратился к ним с просьбой сделать рисунки для гравировки по лезвиям. Наверное, многие видели даже на той же труд Вача, там бритва подарок, допустим, был мост нижегородский изображен, там, как там еще бритва называлась, подарок, это редкость, конечно, такая бритва редкостная, гравюра бритва называлась, там тоже были рисунки, и вот такими вот рисунками хочу дополнить лезвие своих бритв будущих. Дальше что? По правам, то есть по ручкам. Мне некоторые не понимают, что я говорю слово «право», что это такое значит. Вот, ручки, оправы, то есть будут тоже, буду их делать резными. Не вот просто оправа, допустим, вот в клеенке она, допустим, вот просто оправа. А я хочу, допустим, сделать ее вот резной. Допустим, ту же самую оправу, там, или даже из древесины, или... Буду делать
пускай какой-то даже легкой, но инкрустацией. Сейчас я вот набираю тут в руку, вам покажу. То есть, что я тут задумал. Ну, вот как бы так хотя бы. Вот такие вещицы сейчас сделаю. Это из древесины. Пины, так сказать. Разных цветов. Это синий, зеленый, красный, черный, белый, бордовый. Тут вот такие вот варианты. Это чтобы, то есть, устанавливать их в оправы. То есть, в ручки. Ну, это только первые идеи. Там дальше буду что-то еще придумывать, конечно же. Как их приукрасить, как бы их сделать такими. То есть, чтобы вид был такой, как бы, чтобы вот бритва могла называться словом подарок. Вот как-то так. Такие вот у меня мысли сейчас. Чтобы не забивать склад объемами, хотя у меня и так бритвы все индивидуальны, но у нас мало ценителей российского производства. Очень мало ценителей. Многие, конечно, не верят в российское производство. Ну, я их понимаю. Это редкость, чтобы у нас в России кто-то что-то захотел сделать и сделать правильно. Поэтому вот так вот. Все я вам, в общем, сказал. Больше у меня никаких новостей для вас на сегодня нет. Так как я только начал двигаться и что-то начал только что-то делать. Все-таки полезно иногда остановиться и подумать. Все, в общем, все, в принципе. До свидания. Будут новости, обязательно покажу, что и как. А на сегодня все. До свидания.